В Атырау вернут в собственность государства 176 земельных участков. Сейчас там насчитывается 130 частных домов. Местные власти ведут переговоры с жильцами. Стоимость их жилья, сумму, которую возместят в полном объеме, оценивают независимые эксперты. В случае несогласия собственников земли будут изымать в судебном порядке. Свыше 30 домовладельцев уже дали свое согласие. Еще 7 необходимы корректировки документов. К слову, на территории 38 участков планируется строительство школы на 2000 мест. Мы направили всем уведомления в соответствии с постановлением, опубликованным в газете. После получения уведомления владельцы домов должны прийти с документами в своих земельных участках. Есть и жители, до которых наши извещения не дошли. К ним мы приходим на дом, выдавая уведомления на руки.